21 июня стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Наше Подмосковье». Проекты на соискание премии можно представлять в 4 основных категориях. Также для участников предусмотрена дополнительная специальная премия «Перемены Подмосковья». Глава Одинцовского округа Андрей Иванов призвал жителей муниципалитета старше 18 лет к активному участию в ежегодном областном проекте. Прием заявок будет проводиться в течение 21 дня.